Дройдер, чёрт! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, с вами 19-й выпуск Дройдер Чарт. И мы прекращаем череду спецвыпусков, возвращаемся к нашему традиционному формату. На этот раз расскажем о лучших приложениях аж за целых 3 недели. Поэтому наверняка найдется что-нибудь интересное. Итак, поехали. 5-е место. Программа Dropbox. Это клиент для популярного сервиса Dropbox, который синхронизирует файлы между вашим компьютером и сервером в интернете. Программа позволяет загружать файлы с вашего телефона, при этом можно загружать в том числе и только что сделанные фотографии или отснятые видео. Также, естественно, можно и скачивать файлы, которые имеются на сервере, можно делиться ссылками с друзьями и управлять папками, создавать новые и изменять их название. Это 5-е место приложения, которое называется Dropbox. На 4-м месте официальный клиент для Facebook. Вот как он выглядит снизу, списочек недавно загруженных фотографий ваших друзей. Имеется раздел «Новости», в котором вы можете посмотреть обновления статусов ваших товарищей, а также групп, на которые вы подписаны. Есть раздел «Профиль», в котором можно посмотреть информацию о себе, если вдруг вы что-то позабыли. Также имеются друзья, имеются ваши фотографии, которые можно тоже посмотреть. Есть раздел «События», в котором можно посмотреть мероприятия, на которые вы собираетесь, а также список дней рождений ваших друзей, ваших контактов. Есть сообщения, запросы на друзей, есть уведомления, вот так вот удобно всплывающие. И, конечно же, можно обновить свой статус, поделиться картинкой или интернет-страничкой. В общем, большая часть сервисов, доступных через Facebook, имеются и в этом приложении. Если вы пользуетесь этим сервисом, наверняка вам пригодится и эта программа, которая занимает 4-е место. На 3-м месте приложение SMS Backup Plus, также посвященное общению. Что оно умеет? Оно умеет делать резервную копию ваших SMS-сообщений, но не абы где, а прямо в аккаунте Google, если у вас таковое имеется. При нажатии кнопочки Backup все ваши SMS-ки отправятся напрямик к вам в Gmail, при этом создастся специальный ярлык, название которого можно изменить в настройках приложения, и все ваши SMS-ки будут доступны прямо через интерфейс Gmail. Можно будет поискать, найти какие-то адреса, либо телефоны, которые вам отправляли знакомые через SMS-сообщение. Можно будет найти прямо в вашем Gmail. Такое вот удобное приложение. Можно также настроить автоматическую синхронизацию. Занимает 3-е место, называется SMS Backup Plus. На 2-м месте сегодня программа Fast Web Installer, которая позволяет вам устанавливать приложение прямо из вашего браузера, если это Google Chrome. Сейчас покажем, как это работает. Запускаем Google Chrome, открываем сайт AppBrain, нажимаем кнопочку Install. И при этом автоматически, практически мгновенно, как вы видите, начинается установка приложения на вашем мобильном телефоне. Очень удобная утилита, если вы активный пользователь Android и любите скачивать, устанавливать новые программки, наверняка вам понравится и пригодится. Разумеется, для этого нужно, чтобы у вас был Android версии 2.2, который поддерживает технологию Chrome to Phone. Итак, это 2-е место, приложение Fast Web Installer. И на 1-м месте сегодня хитовая программка, игрушка, которая называется Angry Birds. Это хит мобильных игр, который появился изначально на iPhone. Теперь у нас есть и замечательная версия под Android. В чем сюжет игры? Сюжет в том, что злые зеленые свиньи украли вот таких милых птах, их птенцов, спрятанных в яйца. И теперь птички обозлились и решили пойти войной на своих зеленых врагов. Как же выглядит процесс игры? Вы управляете отрядом пернатых, которые обладают все различными свойствами, различными возможностями. Вам нужно разгромить замок, где сидят свиньи, и всех их разничтожить. Чем меньше потерь вы понесете и чем больше построек разрушите, тем больше очков и получите. В игре отличная графика, отличная физика, веселые звуки. В общем, можно понаслаждаться, попроходить уровни, которые не всегда так легки, как это может показаться с первого взгляда. Такая вот отличная игра, называется она Angry Birds и занимает сегодня 1-е место в хит-параде Droider Chart.
Обзор подготовили для вас, как всегда, Борис Веденский и Валерий Истишев. Заходите к нам на сайт droider.ru. Не забывайте про ретвиты. Droider.ru